Из-за серьезного ДТП в Приморье возбуждено уголовное дело. Накануне в Хасанском районе потерял управление и слетел с дороги автобус, ехавший из Китая в Уссурийск с российскими туристами. 2 человека погибли. Десятки пассажиров, в том числе один подросток, получили травмы и были госпитализированы. Всего в автобусе находился 51 пассажир. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей. Будут назначены судебные экспертизы, в том числе автотехническая. Всем пострадавшим в ДТП туристам оказана медицинская помощь. Примерно в 15:30 поступило сообщение на пульт дежурного о том, что автобус улетел с трассы в кювет. Оказалось, что это туристический автобус, который следовал по маршруту Хунчунь-Уссурийск. 51 человек туристов российских находился в салоне. За рулем был китайский водитель, автобус, собственно, китайской транспортной компании. Практически все туристы получили травмы различной степени тяжести, 2, к сожалению, погибли.